Привет, мы Возбуден, я Тимур. Сегодня у меня на обзоре пистолет из нашего майского дропа. Угадай, какой? 5.7. Токсичный. Да, откроем коробку. И что же нас встретит? Сходу, токсик. Ставь лайк, если это твой друган. Информация. Отложим ее в сторонку. Стартовый комплект боеприпасов. Ну, и сам пистолетик, конечно же. Я повторюсь, ставь лайк, если это твой друган. Токсик. Съемный магазин. Стартовый комплект боеприпасов мы сейчас опробуем. Берем 5 резинок. Вот так вот на мушку, на звездочку и щелкаем назад. Резинки на месте. Кстати, скин очень интересный. Если вглядеться в него, можно увидеть знак. Вот будто бы радиоактивной опасности, но измененный. От его привычного вида. Ну и, конечно же, вот эта вот большая надпись «Токсик» красуется. С обратной стороны все то же самое, но в реверсе. Ну, стендов 2. Тайный код. О нем вы скоро узнаете. Возбуден. В общем, все как на любом другом изделии от Возбуден. Классно и на высшем уровне. Это же резинка стрел. Стреляет отлично. Единовременно советуем заряжать до 8 резинок. Отложим боеприпасы в сторону и пару слов об изделии. Все игрушки от Возбуден мы делаем сами. В России на нашем собственном производстве. Из самых высококлассных экологичных материалов. Буквально доводя каждый элемент наших игрушек до идеала. Поэтому вы видите тот уровень, который хотят получить все. Пистолет очень крутой. Однозначно рекомендую его к покупке. Чтобы посмотреть другие изделия из нашего майского дропа, переходите по ссылке в описании на наш сайт. Приобрести сможете там же. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тимур. До новых встреч!